Вместо пиджаков и галстуков – спортивная форма. В минувшие выходные в Цивильске состоялась 16-я физкультурно-спортивная спартакиада государственных и муниципальных служащих. Кто хорошо работает, тот и умеет соревноваться на разного рода соревнованиях. И спортивных, и других. Здоровье, благополучие, пускай победит сильнейшие. Спорт объединил 59 команд. В течение года они тренировали свое мастерство в 13 видах спорта. У работников администрации городов и районов, а также министерств и иных структур появляется возможность в неформальной обстановке пообщаться, продемонстрировать, что они классные специалисты не только за столом, но и на игровых площадках. Заключительные соревнования в трех видах спорта должны были расставить команды по местам и определить сильнейших. На водных дорожках 25-метрового бассейна смешанная эстафета. Здесь лидерство в своей категории отстояли сотрудники администрации главы Чувашской республики. Важное мероприятие, считаю, у нас и глава Чувашской республики пропагандирует спортивный образ, здоровый образ жизни. Участвуем максимально на всех мероприятиях, которые проводятся в республике. Одновременно с эстафетой начались финальные волейбольные матчи. Среди команд федеральных органов исполнительной власти МЧС Почувашии обыграла соперников из Пенсионного фонда России. Конечно, эти спартакиады, которые проводятся уже 15-й раз, очень скрепляют наши коллективы. Мы здесь узнаем что-то новое, встречаем своих уже наших соперников и стараемся быть еще лучше. Спартакиада государственных и муниципальных служащих – уже сложившаяся спортивная традиция, которая объединяет коллег, тренирует силу воли и дает стимул добиваться побед уже на своих рабочих местах. Ирина Волкова, Елизавета Зайцева, Игорь Зверев. Республика.